Подготовка к молодежному форуму «Машук» идет полным ходом. Сегодня последний день, когда ребята могут подать заявку на участие. Конвейер проекта начался 2 дня назад. С 2010 года форум «Машук» дарит возможность молодежи Северного Кавказа развивать свои идеи и воплощать их в жизнь. В течение 3 дней проекты оценивали эксперты. Участники защищали свои работы на экономическом факультете Северо-Остинского государственного университета. Ребята делились своими идеями в надежде получить возможность отправиться на «Машук». Сегодня идет это завершающий день, да, предмашука, так называемого. Да, это здесь идет конвейер молодежных проектов, где ребята из Северной Осетии уверенно сдают свои проекты, да, рассказывают свои идеи экспертам. Да, эксперты смотрят, понимают, оценивают, где-то подсказывают. В прошлом году было очень много новшеств введено на сам форум, когда молодежь жила не по делегациям, а все были разбиты, то есть по направлениям. И это был один из таких самых важных моментов, которым ушли на форуме «Машук». Идеи проектов ограничиваются исключительно фантазией участников. Направлений 8 – от волонтерства до искусства. Хочется отметить то, что сегодня на предмашуке ребята представляют очень много интересных проектов, очень много в направлении предпринимательства, очень много в направлении туризма, очень много в направлении волонтерства. С каждым годом желающих присоединиться к форуму становится все больше. Я решила поучаствовать в этом конкурсе, потому что давно об этом знаю, давно слышала, но никак не решалась. Это современное искусство. Я думаю, что это будут фотографы. Сначала это будет как презентация, то есть чтобы люди поняли, что это такое. Далее будет меняться тематика. В этом году форум проводится в 2 смены – с 4 по 10 августа и с 11 по 17. Место проведения – подножие горы Машук. Лучшие проекты получат финансирование. Сабина Алборова, Тимур Мазаев, Осетия ТВ.